А это вот единственный в нашем музее чехословацкий танк. Использовался он немцами против войны с разными странами. Это танк Панцер-38Т. Танк не в оригинале. Башня у него полностью новодел, пушка тоже. Вот у него только корпус оригинальный. Посмотрим табличку. Рассмотрим танк поближе тоже. Панцер Т-38. Закончим осмотр танка Панцер Т-38. Танки, наверное, сегодня больше показывать не будем. Перейдем к грузовикам. Пойдем дальше по музею. Всем пока.